Удивительна и разнообразна природа Прикаспийской низменности. Среди гор, степей и пустынь раскинулось Каспийское море. И величие моря не только в нефтяных и газовых месторождениях его шельфа. Сохранение биологического разнообразия Каспия – одна из приоритетных задач всех прикаспийских государств. Одним из уникальных объектов животного мира Каспия является его единственное млекопитающее и эндемик – каспийский тюлень. В 2008 году в Красной книге Международного союза охраны природы каспийский тюлень получил самый тревожный статус, находящийся под угрозой исчезновения. Что привело каспийского тюленя к этой грани? Прежде всего, промысел, говорит Красная книга. Каспийский тюлень был многочислен и издревле являлся ценным промысловым объектом. Тюлень образует значительные зимние концентрации в период размножения на льдах Северного Каспия, а также весной и осенью в период линьки и миграции к местам воспроизводства. И указанные особенности биологии делали каспийского тюленя легкой добычей в северной части Каспийского моря, практически круглый год, за исключением летних месяцев. Поэтому остановим внимание на истории промысла именно в этой части Каспия. Промысел приобрел размах в середине 18 века. В те времена добыча велась преимущественно в устьях рек Волга, Урал и на Тюленьих островах. Здесь весной и осенью выбивали зверя на островных залежках. Осенью к месту лёжки тюленя подбирались на лодках-бударках бойцы, вооруженные чекушками, короткими дубинками. Подкравшись к спящим животным, они за ночь могли перебить сотни, а то и тысячи тюленей. Утром, чтобы не отпугнуть новые косяки тюленей, охотники перевозили добычу на большие парусные суда, так называемые кусовые лодки, грузоподъемностью от 10 до 40 тонн, где и разделывали зверя. Весенний бой на лёжках был схож с осенним островным боем, но не требовал от охотников большой осторожности, так как во время линьки тюлени ослаблены и даже напуганные возвращаются вскоре снова на берег. Так развивался и был основным островной бой, который во второй половине 19 века значительно сократил численность тюленей. С распаления льда до середины марта велся весенний бой на дрейфующих льдах. Велся он с кусовых лодок. Производился также зимний санный промысел по льду на лошадях и на собаках. При этом промысле охота велась как на взрослых тюленей, так и на новорожденных бельков, мех которых высоко ценился. Промыслы на льду велись, несмотря на опасность гибели людей, поскольку зачастую отколовшиеся льдины относило в море. Велся и сетной промысел тюленя, когда устанавливали крупноячеистые сети – аханы. Аханный промысел существовал в глубоководных участках у полуострова Мангышлак и острова Кулалы, когда тюлени во время массовых миграций попадали в установленные сети. А в мелководных предустьях Волги и Урала в аханы загоняли тюленей на лодках. Тюлени, окруженные сетями и лодками, были биты, затем баграми. Тюленя добывали в большом количестве ради его сала и шкур. Мясо не употребляли. Как лекарственное средство от лихорадки ценилась среди местного населения его желчь. О численности самого зверя в 18 и 19 веках сведений не было. Били взрослого тюленя без ограничений, сколько возможно. До начала 19 века добыча тюленя составляла 160 тысяч, а с середины 20-х до середины 50-х годов 19 века по 104 тысяч голов в год. О снижении численности тюленей свидетельствует в своем отчете есаул уральского казачьего войска Ливкин, который пишет, что на Тюленьих островах, где раньше залегал тюлень в громадном числе, стало его значительно меньше. С возникновением поселка Николаевского, ныне Баутино,
В 60-х годах 19 века возник зимний судовой промысел тюленя, который в последующие годы стал основным. При судовом бое выбивали в основном самок тюленей. С 1867 по 1915 год средняя добыча тюленя составляла 115 тысяч голов в год. В период Первой мировой, гражданской войн и до конца 20-х годов 20 века промысел тюленя был запущен, и достоверные сведения о его объемах отсутствуют. В 30-е годы произошло значительное увеличение объемов добычи. И в 1935 году было добыто рекордное число – 228 тысяч голов. Но производимая в последующие годы авиаразведка зафиксировала сокращение дietных залежек и численности тюленей. Объемы добычи неуклонно падали, несмотря на охранные мероприятия, предпринимаемые усилия по организации промысла и применения более совершенных судов. Средняя добыча в 50-х годах составила около 50 тысяч тюленей. С 1966 года для развития пушного зверобойного промысла сконцентрировались на добыче детенышей, белька и сиваря без ограничений. Но в 1970 году вынуждены были ввести лимит в 70 тысяч голов приплода в год, который постепенно снижался, достигнув через 7 лет 45 тысяч. Но и этот объем из-за малочисленности зверя ежегодно не осваивался. Принято считать, что в начале 20 века общая численность каспийского тюленя составляла около 1 миллиона особей, но уже в первой половине 80-х годов снизилась до 450 тысяч голов. Затрачиваемые средства на поиск уже разреженных и немногочисленных дietных залежек во льдах, организацию добычи тюленей, переработку уже не оправдывали себя, и промысел тюленей пришел в упадок. Резкое ухудшение состояния популяции каспийского тюленя произошло в период с 1997 по 2001 годы, когда регистрировались случаи их массовой гибели. Наиболее крупная смертность наблюдалась в 2000 году на побережьях Азербайджана, Казахстана, России и Туркмении. Зафиксировано было около 30 тысяч трупов тюленей. Более 10 тысяч из них обнаружены в Каспийском море на побережье Казахстана. Как показали исследования, причиной смерти тюленей стало распространение нового штамма вируса собачьей чумы. С 2005 по 2012 годы ежегодно в северной части Каспийского моря на ледовых залежках международной командой исследователей, в состав которой входят ученые из Швеции, Эстонии, Великобритании и России, совместно со специалистами из Казахстана проводился авиационный учет каспийских тюленей. Выбирался период, когда все щенки уже рождены – 15-25 февраля. Использовался метод учетных полос. Оценка показала, что численность популяции снизилась до 100 тысяч особей. В Казахстане, несмотря на отсутствие промысла, лимит добычи тюленя существовал. Но с 2006 года и он перестал утверждаться правительством. Международной группой специалистов в течение 2008-2011 годов проводились вертолетные облеты в северо-восточной части Каспийского моря. Выявлялись места залегания каспийского тюленя во время линьки и миграции к местам размножения. Среди обследованных участков группы высокой плотности тюленей обнаружены на островах Дурнева в заливе Комсомолец. Численность линяющих тюленей насчитывала до 20-30 тысяч особей. Поэтому острова Дурнева должны считаться ключевым местообитанием каспийского тюленя и иметь заповедный режим охраны. Осенью 2009 года на острове у оконечности песчаной косы залива Кендерли обнаружены около 700 тюленей. В течение ряда лет проводилось мечение тюленей спутниковыми метками.
Было подтверждено, что после размножения на ледовых площадях Северного Каспия тюлени мигрируют в среднюю и южную часть моря. Но оказалось также, что Северный Каспий важен тюленям и для нагула, и определенное их количество остается здесь постоянно. Новые перспективы для исследований каспийского тюленя открываются после подписания на 4-м саммите глав прикаспийских государств соглашения о сохранении и рациональном использовании водных биологических ресурсов Каспийского моря. Каспийский тюлень – вид трансграничный, и поэтому для его сохранения требуются согласованные действия всех прикаспийских государств. И вот с 2015 года правительство Республики Казахстан финансирует исследования каспийского тюленя. Получены новые научные данные о распространении, условиях места обитания и факторах риска для каспийского тюленя. Был проведен мониторинг мест скопления тюленей в районах Северного и Среднего Каспия, относящихся к казахстанской части моря, островах Зюитвестова и Шалыги, островах Дурнева в Комсомольском заливе, Тюленьих островах и в заливе Кендерли. Вызывает тревогу, что на потенциальных местах лежек тюлени не были обнаружены, кроме острова в заливе Кендерли. В восточной части Казахского залива располагается песчаная коса Кендерли. Это узкая, до 1,5 километра в ширину полоса пустыни с характерной растительностью и животным миром вдается в Казахский залив на более чем 20 километров и образует залив Кендерли. В северо-западной своей оконечности коса имеет небольшую мелководную бухту с небольшим островком. Именно этот островок избрали тюлени своим лежбищем для сна и отдыха. Даже в сильный на море шторм в бухте всегда спокойно. В бухте имеется и своя кормовая база для тюленей из креветок, раков, бычков и моллюсков. Природа устроила для тюленей естественный резерват, где они находят прибежище. Осенью 2009 года их было здесь не менее 700, а весной и осенью 2015 года 6 и 210 особей соответственно. Произошло сокращение более чем в 3 раза. Что же мешает тюленям здесь далее обитать? Сокращение численности каспийского тюленя на лежбище происходит из-за постоянного фактора беспокойства. Ежедневно в бухту заплывают моторные лодки, с которых ведется отстрел птиц, ведется стрельба и по тюленям. С косы устанавливают сети для лова рыб. Люди с лодок выходят на острова, сгоняя тюленей в воду. На косе и на острове много стреляных гильз, отстреленных брошенных птиц, брошенных сетей из мононитей. Потенциально новой угрозой является строящаяся в середине косы Кендерли туристическая база. И в будущем, если не оградить лежбище и акваторию вокруг от наплыва туристов, то оно исчезнет. Лежбище каспийского тюленя в заливе Кендерли является единственным сохранившимся в Среднем Каспии. И сохранение этого места обитания в первозданном виде очень важно для сохранения каспийского тюленя. Введение заповедного режима для исключения любого фактора беспокойства на этом небольшом уголке Каспия ждет безотлагательного своего решения. Ведь сохранение каспийского тюленя способствует сохранению всей экосистемы Каспийского моря.
Сохранение тюленя несет и экономические выгоды в виде развития экологического туризма. Ночью Каспийское море полно звуков. Сквозь них еле уловимо доносятся голоса каспийских тюленей, рассказывающих о своей истории, истории единственного морского млекопитающего, загадки проникновения и жизни которого в Каспийском море далеко не разгаданы человеком.